Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Многие рыболовы знают про весенний жор карася и плотвы. Но вот про весенний жор окуня что-то никто и не говорит. Давайте разберемся, что же представляет из себя весенний жор полосатого. Как правило, жор окуня весной делится на преднерестовый и посленерестовый. Так вот, преднерестовый жор, первый жор, начинается еще подо льдом, в тот момент, когда в марте вовсю тает снег. Рыба хорошенько отъедается перед нерестом, который у нее происходит при температуре воды плюс 8 градусов. Обычно к его началу реки и озера полностью освобождаются ото льда, поэтому можно сказать, что первый весенний жор окуня исключительно подледный. А вот начало второго весеннего жора обычно приходится на начало или середину мая. В эти дни завершается период восстановления рыбы после нереста. Что интересно, период восстановления у окуня выражен слабо и довольно короток. По сути, отметавшая рыба, чуток передохнув, сразу же начинает активно питаться, поглощая икру прочих рыб. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!